Раки, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас в начале – паж кубков. Знаете, насладиться том, то, что у вас есть. Дать себе возможность где-то куда-то поехать, отдохнуть, порадоваться, да, дать себе возможности, знаете, брать какую-то легкость, может быть, да, не нагружаться себя, просто порадовать где-то, может быть, даже какой-то подарок себе купить. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это башня. Башня – это разрушить какие-то ваши стереотипы. Может разрушить какие-то ваши страхи, какие-то ваши неуверенность, да. Почему здесь может показывать паж кубков, что здесь дается возможность, чтобы вы получили какое-то удовольствие. Но вы должны разрушить по башне то, что вам не принадлежит. То, что вам не приносит какое-то счастье, какое-то удовольствие. Давайте посмотрим. Следующая карта на начало месяца – это тройка кубков. Мои дорогие, те, которые имеют отношения стабильным, здесь могут быть идут какие-то разрушения из-за каких-то третьего человека. Здесь может быть есть какое-то общение, какой-то, ну, человек может поехать иногда отдохнуть, но из-за этого могут ваши стабильные отношения рушиться, да. Здесь может быть из-за этой ваше удовольствие и вот это то, что вы хотите как-то и там, и здесь, и тут, и там, то у вас может это по пажне, да, вот по вашей вине может разрушиться. Давайте посмотрим следующая карта на середине, десятка жезлов. Ваш груз. Ваша ноша, которую вы тащите. А почему вы тащите эту ношу? Потому что вы не знаете, как правильный выбор делать. Вы не знаете, что выбирать. Выбирать там, где вам хорошо, или выбирать все-таки вам, где это ваше удовольствие. Здесь вот из-за этого вы будете уже в начале и в середине себе разрушать, вот таскать этот груз на себя. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Королева мечей. Расчистить свой путь. Вы должны понимать, где вы находитесь. Может быть, это даже касается работы, где вам тяжело. И понять, что вам нужно все-таки уйти. Да, разрушить это сами вы должны. Пока вы не сделаете, за вас никто это не решит. Или те, может быть, даже какие-то с людьми, где вы общаетесь, где у вас было какое-то веселье, но вы на сегодняшний день вам тяжело с такими людьми. То вы должны понять все плюсы и минусы, которые в вашей жизни есть. Но это то, что вы должны разрушить что-то, это сами своими руками. Давайте посмотрим следующая карта. Девятка жезлов. Сохранить свое пространство. Не дать людям войти, узнать про себя, то, что у вас происходит, про ваши личные жизни, про ваши достижения. Не нужно никому. Вот вам нужно на середине месяца просто освобождаться от людей, которые вы чувствуете, что вам тяжело. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас повешенной. Почему у вас идет повешенная? Идет повешенная, потому что вы даете себя в жертву. Вы сами не можете принять какое-то решение. Вы сами не можете принять это решение, что вы должны понимать, что уже вам тяжело. Вам это удается тяжело, да, вам даются, может быть, головные боли, да, при общении с человеком. И здесь вы должны сохранить свою энергию, свои силы, свои, возможно, какие-то знания, какие-то свои достижения, которые. И здесь у вас, знаете, может быть, даже, знаете, почему у вас так сильно подвешивается, вот нету развития вперед, потому что вы не можете делать вот это вот понятие. Вообще, что происходит в вашей жизни? Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта смерти. Завершить старое и начать чего-то нового. Вот начать какой-то новый этап в жизни. Просто не бояться, да, и уйти. Вот сами просто ставить точки и дойти до нового уровня вашей жизни. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют вам, что вам они говорят, вот как себе, ну, как поступить вот в июль месяца. Туз Пентакль. Вам дается новый шанс.
шанс в работе, в отношениях, ваше здоровье, восстановить себя. Это новые какие-то возможности. Это касается все, что есть именно ваше. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.